Первый матч премьер-лиги закончился для Ивановской энергии крупным поражением. Соперник, курский баскетбольный клуб «Динамо», захватил инициативу в счете буквально с первых минут. Гости – команда с жесткой защитой. А вот нашим девушкам свою оборону выстроить так и не удалось. Следствием стал разгромный счет 49-86. Но не получилось, прежде всего, сегодня игра в защите, самое главное. Потому что, особенно по первой половине, не удалось нам выполнить то, к чему мы стремились. За счет чего давали соперникам производить легкие броски, а набор игроков такой, что там нельзя, в принципе, это делать. Только в этом основная причина. Плюс где-то, на самом деле, видимо, переволновались, перегорели, что в нападении тоже не смогли сделать того, чего хотим. От этой игры болельщики ожидали другого финала, ведь еще год назад нашим девушкам удалось обыграть курского соперника. Что случилось в этот раз, стало главной темой обсуждений. Настолько слабее стала энергия или, напротив, очень сильно прибавил баскетбольный клуб «Динамо». И нам очень не хотелось, чтобы это случилось еще раз, и поэтому я думаю, что с мотивацией у нас сегодня было все хорошо. Что касается игровых каких-то моментов, понятно, что любой тренер хочет видеть еще лучше. Я думаю, что мы будем улучшать. Но я не хочу никак сказать, что ваша команда плохая или как. Просто мои игроки играли сегодня хорошо. Разные сезоны, разные команды, разные тренера, поэтому тут сравнивать, конечно, тяжело. Да, в том году немножко Курск недонастроенный приехал, а у наших девчонок как раз то, что была первая игра, мотивация была сверхзапредельная, плюс получились некоторые удачные действия. Следующую игру «Энергия» проведет в гостях у ногинского «Спартака». Тренер команды уверен, что первое досадное поражение только подстегнет и смотивирует девушек к победам. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.